Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как изменить язык клавиатуры на телефоне iPhone 6s. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в настройки. Дальше пролистываем вниз и выбираем пункт «Основные», еще вниз «Клавиатура». Здесь мы можем, нажав на клавиатуру, вот здесь, выбрать любую клавиатуру, которую мы бы хотели добавить. Например, у меня сейчас на телефоне есть русская, английская, польская. Я бы хотел еще какую-либо, например, английский США. И все. После этого мы можем нажать «Направить» и удалить какую-то клавиатуру. Например, я хочу удалить английское «Великобритания». Удаляю ее. Нажимаю «Готово». Чтобы переключаться между языками клавиатуры, мы заходим, не знаю, например, в Safari. И вот в левом нижнем углу видим значок планеты. И таким образом мы можем быстро сменять клавиатуру вот таким вот простым образом. На этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!